зовут Няша, и сегодня мы к риске устроим конкурс еды. Да, привет, ребята. Мы сегодня положили для крыски много разной еды. Посмотрим, вот наша крысочка, что он выберет. Интересно. Макарончик. Макарончик. А ну-ка, посмотри, что там еще есть. Твои любимые блюда. Творожок, хлебушек. Ай, творожок? Ес! Классно! Ой, как вкусно! Да. Вот творожок он взял, больше пока ничего не хочет. Это самая-самая любимая его еда. Да. Еще он любит у нас вареные яйца очень. Да. Что, все? Другое. Что ты будешь выбирать теперь? Еще творожок. А рядом сыр просто лежит. Будешь ты сыр? Взял и пошел. Что он у нас еще взял? Сыра кусочек. Вкусно тебе, да? Вкусно? Ты будешь кушать сыр? Долго-долго. Посмотри, что тут еще. Вот хлебушек просто. На, хлебушек, на. Ты не хочешь? Хочет. На еще творожок. Не хочешь? Убежал. На, выбирай, что ты еще возьмешь. На. Кусочек вкусняшки. Да, вот какой вкусняшки выбрал. Может, он с тобой поиграет? Да, Сонечка? Ой, как он, ну покажи. А ну-ка. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Ох и крыска! Ох и крыска! Ну куда ты там? Ох, и крыска, да, хорошо. Да. Вот Сонечка посадила крыску, да, в такую сеточку, да, чтобы он игрался. А ну-ка, как он спрыгнет, да? Сонечка перейдет. Какая крысёныш. Это для крысёныша не высота, да? Да. Ну, куда ты собрался? Иди сюда. Оп! Давай в следующий. Раз. Камина на плечо. Вот сюда, наверное. Ой, ты крысёныш! Ай, какой шустрый, да? Да. Ну, прыгай же, прыгай! Прыгай, давай, прыгай! Прыг! Прыг!
Давай, прыг! Давай, крысёныш! Нет, не хочешь? Ты Сонечку свою увидел, да? Через сеточку. Вот так. Давай, прыг! Какой ты? Давай! Опа! Ребята, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Да, наша крыска, да? Да.